Еще один каланхойчик, вернее не один, а три. Сидят все вместе в одном горшке. Тоже вот так вот из магазина списанные взяла и три вместе посадила. Большие листья обрезала. Покуда был маленький, смотрелось нормально. Теперь вот такое вот. Вот что-то с ним сейчас придумаем. Хочу рассадить их по отдельности, прищипнуть, нарезать черенков. Ну а там по обстоятельствам. Так, сейчас посмотрим, что тут к чему. Ну, в принципе, они все примерно в одинаковом состоянии. Скажем так, они еще и корнями-то особо не обросли. Вот так вот. Вот так вот выглядит один из них. Тут какой-то один желтенький. Второй вот такой вот. Там вот цветочки такие розоватые. Так, ну что мы тут сделаем? Сухие листики уберем. Так, длинный. Так, все некрасивые. Отщипнем. Обрежем все эти вот сухие. Ну вот что с ним можно сделать? Вот с таким вот длинным и тонким. Так, если мы его заглубим поглубже, корешочки нарастут в любом случае. Так, ну давайте вот по этому примерно. Эта вот ветка длинная. Убираем ее сразу. Так. Дальше. Вот это вот некрасивое тоже уберем. Вот от этой толку не будет. Так, а здесь вот так сделаем. Так, это первое. Еще знать бы какой это цвет, чтобы нам не перепутать. Второе растение. Вот если бы посадила по отдельности и прищипнула вовремя, было бы, наверное, красивое. Так, эту вот длинную уберем. Вот эту тоже. Плохие листики срежем. Нужны их вот эти вот побеги голые. Не, ну вы заметили, я прям как профессионал уже. Обалдеть. Так, вот здесь нет, здесь у нас побег. Так, ну что же, может быть, вот эту
срежем, наверное. Так, вот, да, она некрасивая. И, наверное, вот эту. Можно не срезать, а прищипнуть. Или срежем. Лучше я ее посажу. Где она у нас тут? Ну, где-то вот. Вот здесь. Вот. Тоже посажу. Посмотрю получше. И прищипну, наверное. Так, это вот у нас будет. Второй пока отложу. И третий. Так, тут у нас что? Длинный. Уберем. Так, здесь. Здесь, наверное, вот этот. Вот так пока отрежу. Сразу как прищипочку вот так сделаем. Цветочки сейчас обрежу. Ну и здесь можно прищипнуть. Так, и цветочки, цветочки. Я вот не буду сами как бы цветоносы, только так уберу, вернее, сами цветочки. А цветоносики тут такие еще хорошенькие. Пенечек старый. Может, этот можно вот так покороче прищипнуть. Такой результат у меня получился. Надеюсь, я не сделала хуже. Вот первая троица. Это вот вторая. Вот один из них. Может быть, прищипну посильнее. Пусть недельку постоят. Вот он еще один. Череночки в другом видео будут. У меня есть на них определенные планы. Спасибо большое, что вытерпели так долго. Всего вам доброго. Пока-пока. Неделю спустя мы живы и здоровы. Вот так вот они выглядят. По-моему, неплохо. Будем прищипываться. Такие вот. Вроде бы веселенькие. Как вы считаете? Спасибо, что были с нами. Пока-пока.